То есть эта машина едет на ту сторону, да? Там проверяют. Вот сюда я, по месту. А вот верите, что откроют дорогу на Первомайске? Сегодня она, ну, вот, боевики дадут. Я не могу сказать, я не знаю. Не могу, я туда не касаюсь, там мне делать нечего. Я все буду делать. Все, а где вы живете, на шахте? Ну, на поселке, на Екатерине. Скажите, пожалуйста, а на Екатерине что-то изменилось после того, как войска? Не знаю, что там будет, что никто делает. У нас открыли, у нас открывают. А что там чудят? Это же не вопрос. Та же чудо. У нас все сделано капитально, я обогрел все. Пожалуйста. Будут приемы автобуса и стоянки, отстой, я обогрел, пожалуйста. А что там? Не наше дело, мы туда не касаемся. Представьтесь еще, пожалуйста. А? Представьтесь, пожалуйста. Александр Николаевич. Александр Николаевич, смотрите, а вот на Катериновке, а? На Катериновке, вот когда отвели войска оттуда, вот что-то изменилось как-то жизнь? То есть, или так все работает, как работало? Да я не знаю, все как было, так и есть, я ничего не могу сказать. Скажите, а милиция участковая у вас есть там в поселке? Да есть, проезжают, все, ну, как было, так и есть у нас до того. Тут, чтоб не знать. А не заходят с той стороны? А? Враги с той стороны не заходят? А, ну, нет. Ну, ты мыша не проскочишь, куда там. Не, тут, нет, даже, чтоб и не злазил, все нормально, слава богу. Дякую. Так, все. Можно ехать, да? Счастливенько.